Праздники прошли, повеселились, пришло время и погрустить. Рубрика «Наболело» начинает эфир. Вернемся к одной из недавних тем. Улица Пугачева, 8А. 10 февраля мы вам рассказывали о песочнице, которая появилась прямо на тротуаре. Но вот только в песочнице этой никто не изъявляет желания поиграть. Пойдемте строить домики. Об этом песчаном тротуаре в своем письме рассказал нам Кирилл Князев. Кирилл пишет, что такая тротуарная оказия появилась еще осенью. Ремонтировали теплотрассу, но покрытие так и не восстановили. Теперь пройти по нему практически невозможно. Мы позвонили в кировскую теплоснабжающую компанию, чтобы узнать, когда планируется отремонтировать тротуарное покрытие. И вот что нам ответили. В течение ближайшей недели-двух будет выполнено благоустройство с помощью тротуарной плитки. Прошло ровно две недели, а песочница как была здесь, так и осталась. Как говорит Анатолий, обещаниям КТК верить не стоит. Почему? Потому что ремонт будет длиться очень долго, всегда. В Кирове же, как, да, в принципе, во всей России обещали, но не сделали вовремя. Всем плевать, второй год это происходит, ничего не поменяется, очень долгое время еще. А пока все ждут обещанного ремонта тротуара, от этого участка страдают и люди, и техника. Идешь с фотоаппаратом, падаешь и все, лицом на фотоаппарат и плачешь дома. Лечил сначала своего маленького любимого, а потом себя. И долго лечили? Месяц. Скажите, ну и как вам, классно ходить? Отвратительно. Разве это дело, когда песочница вот, посреди тротуара? Перелом руки. Вот, только вот из этих тротуаров. Евгений уверен, что кировская теплоснабжающая компания все-таки должна сдержать свое слово. Если дал слово, тот, кто отвечает за этот участок дороги, должен выполнять его. Надеемся, что кировская теплоснабжающая компания все-таки выполнит свое обещание, данное нам две недели назад. Оксана Стяжкина, Иван Деров, программа «Вятка Тудей».